Ну что, мы приехали на новую точку. Ребята уже ушли ловить рыбу. Я тут долго собиралась. Марафет наводила, знаете ли, для вас. Вот косички приличные сделала. Моя обитель. Комаров просто туча. Там, где мы были до этого, вообще нормально. Там один комарик пролетел. Там и все. И здесь, как только стали разбирать вещи, вот я думала, они меня прямо сейчас за шкирман поднимут и отнесут куда-нибудь. А еще слепни. Слепни, комары, мало тенька. Ну, все, как я люблю. Походная жизнь. Я вот уже оделась. Обещаю трофейного головля. Говорят, что он тут есть. Даже попробую половить на воблер. Хоть я, честно говоря, мало в это верю. Там сзади меня речка. И она очень красивая. Но это я вам отдельно покажу. Опять вот комары. Достала еще непросохшие вейдерсы с утра. Потому что мы тоже были на рыбалке. Они прям мокренькие. Боже мой, моя вторая неприятная кожа. А ботинки-то, ботинки просто все. Сейчас надену мокрющие, тяжелющие. Какая красота, а? Это же вообще. Вот пока мне вот эта вот речка больше всего нравится из всех, которых я видела в центральном регионе. Вот правда. Это любовь с первого взгляда. Просто обалдеть. Еще и рыба, если будет клевать, то это точно лучшая речка в мире. Ну что, ты поняла, зачем ремешок-то нужно и водички сливать? Да. Ну, Кирилл говорил, что кто не купался, тот не головлятник. Вот, так что нормально. Иду в лагерь. Катушку я тоже свою утопила. Она искупалась, теперь она плохо крутится. Вот, так что мы с ней на пару. А спиннинг, кстати, не сломала вроде бы даже. Несмотря на то, что речка с очень быстрым течением, и потепление относительно недавно к нам пришло, кстати, вообще пока не холодно. Я думаю, что это просто потому, что, блин, тяжело идти. Это же физическая нагрузка. Вот так. Зато глядите. Вот идешь, когда со спиннингом и хочешь поймать рыбу, то ты просто не видишь большую часть красоты. То, что зациклен на этой рыбе. А сейчас, вот, смотрите, стою,
Рыба мне уже никакая не нужна. Как бы ловить мне ее будет сложно, наверное. Вот. Зато можно полюбоваться. Какая яркая, красивая трава. Природа. Никого нет. Только я, как дурочка, иду и с телефоном разговариваю. Блин, это просто трэш. Короче, вот это вот в штанине, вот это все болтается, это вода. Очень тяжелая вода. И ноги у меня завязли. Ой! Это круги, это рыба. Ё-моё, блин, ну теперь я на рыбалку опять хочу. А чё, кстати, уже без вейдерсов нормально. Уже вот просто я иду, вейдерс у меня в руке. Я в обычной куртке, в подштанниках. Вот иду по грудь. Класс. Вон к тому дереву. Так, как это сделать и не утонуть? Комаришки кусают. А природа-то, да, природа, сказка. Блин. Ладно, немножко страшно. А, все, вот, миляк. Stay alive. Stay alive. Сегодня последний день и финальная схватка с самим собой, можно так сказать. Все-таки раскусить эту хитрую головлевую ловлю и с чистой совестью отправиться домой. Так что буду пробовать. Хотя на самом деле уже очень сильно хочется просто домой. Просто уже даже без головля. Неожиданно. Это неожиданно. Ух, ух, ух. Удар, удар какой. Ой, это вот тут очень что-то покрупнее окуня. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А это голавль. Это наш целенаправленный голавль. Да и какой крупный. Ой. Удочку гнет. Красавчик. 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 Ух ты. Как бы тебя взять-то, блядь? Здрасте! Я... это... я учусь! Какой приятный парень! А это по меркам головля считается нормальный? Класс, блин. Вот взял откуда-то оттуда, и причем не прямо из-под травы, а где-то вроде бы на середине. Прикольно. Ну, конечно, для таких рыбок надо иметь подсак. Ну, на камеру запечатлила, и то хорошо. Хотелось, конечно, на телефон сфоткать, чтобы отправить там сразу папе похвастаться. Ну ладно, дождусь видео, когда выйдет, и буду хвастаться папе. Надо крючок обратно
вогнуть, а то он вон такой чуть-чуть разогнулся у меня от головлей, от камней, всякое прочее. Я не знаю, как это делать правильно, но, в общем, я это делаю просто вот так вот, с обычными щипцами. Ну, что, как думаете, нормально? Поймала себя на мысли, что радуюсь, когда приманка попадает в воду. То есть, как бы из всего заброса и там вываживания рыбы, если вдруг, то приманка в воде – это уже очень сильно хорошо. Потому что процент попадания ее на дерево в воду – это где-то 50 на 50. Именно поэтому я и повесила блесну, потому что не хочу я эти воблеры отрывать, расстраиваться, лазить за ними. Купаться, в принципе, неплохо, но, блин, неприятно, когда костюмчик мокрый изнутри. Так что буду ловить на блесну. Неохота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поклевка рассказываю. Просто неохота опять на деревья лазить, блин. Вот это все. Ловлю на блесну. Блин, в траву ушел. Вон он, красавчик. Так круто. Вываживаешь рыбу и видишь ее. Еще обалдеть. Так издалека очень красиво. Очень красиво. Вот он, красавчик. Ой, красавчик. Вот он, на блесенку взял. Совершенно чуть-чуть за губу, даже не закроил. Что, очень удобно достать и рыбку сразу отпустить. Ой-ой-ой. Какой шустрый. Короче, блесна number one. Есть такая проблема, что на эмоциях не помнишь, откуда у тебя клюнула рыба. Тем более я стояла, болтала. Как бы надо же вроде, по идее, туда же попасть, вдруг там еще эта рыба есть. Ну не это в смысле, а ее тусовка. Как непреодолимо жаль. Ну, я оторвала на высоком дереве свою любимую, самую успешную за всю эту поездку блесну, на которую я поймала больше всего рыб. Конечно же, второй такой у меня с собой нету. Ну, у меня есть в таком цвете, но, блин, она типа другого размера. Блин, это очень грустно. Эх, ну что поделать. Ну, вы видите, да, короче, как непросто быть начинающим головлятником на малой реке с деревьями. Вот представляете, сколько бы я рыбы наловила, если бы я попадала куда надо. Ведь я же, мне кажется, большую часть своего времени на рыбалке, вот на этой конкретной, я трачу на то, чтобы либо снять приманку там с дерева, распутать, перевязать приманку, там вытащить ее из-под какого-нибудь камня. Ну, короче, ну, такие всякие вещицы. Ну, там уже, наверное, нет никакого головля, потому что, представляете, сколько раз я туда сейчас забросила, сколько раз я потрясла дерево. Просто там, если уже кто-то был, он уже давно тут свалил. Так что пойдем дальше. О! Только сейчас кинула. Тут же была поклевка, там что-то плеснулось. Но без продолжения. Блин, опять... Ой, опять сейчас атака была. Я опять... Блин, да она что, прикалывается, что ли? Раза 3-4 схватила, отпустила. Вот сейчас неплохо. О! Что творится? Блин, мелочь, что ли, какая-то?
Я это кого-то тащу, я не пойму. Да, я кого-то тащу, там просто он настолько маленький, поэтому он не мог попасть только раз. Там, наверное, мелочь тусуется. Ну да, вот он, пожалуйста. Сюси-пусечный такой. Нападал много раз. Иди, детский сад. И еще минус блесна. Пара-пара-пам. Фью! О, этот побольше. Этот побольше, блин. Ё-моё. Кто-то руки мне сейчас порвет. Блин, что так тяжело-то крутится? Что так крутится тяжело? Ой. Я за мелочевкой вообще-то гналась. Блин, в траву загнал. Загнал в траву. Обалдеть. Что делать? Он в траве. Дойду я до него, нет? Блин. Придется дойти. Придется дойти, но я надеюсь, я тут не потону. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это прикол, как говорится. Вон он. Ой. Блин, большой. Большой-большой. Большой. Ах ты хищник. Ах ты хищник. Ну, приличного размера голавль. На блесну. Ой. Сейчас мы его быстренько. Тыкс. Ты верить. Иди. Ушел. Ой. Опять катушку намочила. Сейчас было крайне неожиданно, потому что я сначала поймала мулипусечку, ну вот типа вот такого там грамм 100 с этого места. И подумала, ну там, наверное, мелочь стоит. Потом я еще блесну оторвала. И так думаю, ну по приколу кину туда же. Ну там какую-нибудь опять мелочевку поймаю. Как говорится, мелочь, а приятно. И тут такой шидыш просто. Вот этот вот, блин, большой влетает ровно в том же месте, где я поймала мелкого пару минут назад. Удивительно. А я еще думала, бросать туда или не бросать. Это клево. Пришла на такой участок реки, ну я просто шла по течению, где как бы деревьев практически нет на той стороне, ну и тут она расширяется. Куда здесь кидать? Пока не очень представляю, попробую разобраться, не поймаю, пойду дальше. Тут вот, кстати, чьи-то лодочки стоят, бережочек такой оккультуренный, снова какая-то цивилизация. Села отдохнуть в этом чудном месте. После поимки голавлика. Может быть, есть у кого-то вопрос, почему сегодня вот так? Ну, в смысле, без оператора. Потому что такое настроение. Хочется побыть в одиночестве. Наедине с собой, с рекой, с удочкой, с рыбой. В тишине. И все. Просто побыть в одиночестве на рыбалке. Это иногда очень важно. О, есть. Не крупный, но есть. Блин, я интересно камеру включила. Вечеру я камеру. А, да, камера включена. Вот он. Красавчик. Я уже как-то забыла, что вот можно рыбу ловить, стоя на этом, на земле, и кидать не обязательно под деревья. Все, гуляй. Кстати, я снова поставила эту колебалку такого цвета. Я почему ее не ставила там раньше? Потому что там деревья, а у меня осталось вот 3-граммовые.
Она у меня очень далеко летит и попадает в деревья все время. А здесь, ну, как бы, деревьев немного, и поэтому можно и ей пользоваться, так что я снова со своим любимым цветом. Короче, я нашла, где стоит голова глазами. Но что-то мою блесну 3-граммовую черненькую он брать не хочет. А еще она очень сильно скачет по камням. Я надела блесенку полегче, поверхностную, с надеждой на то, что она, ну, как бы меньше заглубляется, соответственно, будет меньше биться по камням. И, может быть, болтыхаясь вверху, привлечет голавлика. Наконец-то! Наконец-то! Да, малыш! Но как я долго его ждала! Потому что был... Ой-ой-ой! Был перерыв в клюве. Где-то 2 часа, наверное. Я просто ходила, бродила, хлестала приманки туда-сюда. И думаю, нет, ну надо зафиналить, надо поймать. Очень символично, что на моменте отпускания рыбы у меня села GoPro-ха и последний аккумулятор. Но это значит, что, наверное, все. Наверное, я могу считать свою миссию выполненной, потому что я сама отправилась на речку без всякой помощи. Поймала рыб, наверное, 7 головлей. Поймала еще окунька. Что-то получилось, что-то не получилось. Но круто, что я это сделала самостоятельно. Кайфанула от природы. Попыталась разобраться с речкой. Попыталась бросать не в деревья, а под них. Это вообще самое сложное, наверное, в этой поездке. Вот, как-то так. Спасибо, что вы... Ой, смотрите, стрекоза, как красиво. Блин, здесь очень много стрекоз, вот таких синеньких. Спасибо, что вы посмотрели. Я надеюсь, что это было для вас полезно. И если вы думаете отправиться на головлевую рыбалку, отправляйтесь. Только будьте готовы попотеть, будьте готовы немножечко промокнуть, будьте готовы оторвать 10 приманок. Но та красота, которая вообще открывается на речке, на головлевой, когда ты идешь один, никого вокруг нет, вот эта вся зелень в воде. Офигенно! Это офигенно! Оно того стоит. Ну и, конечно, поклевки и рыба, которую ты видишь на вываживании уже там 10 метров, потому что вода прозрачная, оно того стоит. Тонкие, легкие снасти, классные поклевки, классные рыбы и офигенная природа. Все, всем пока!